на їх старший внук, на 600 чоловік в Ізраїлі ділить. Чи воно ваш? Дивлюшмат, ми кажете. На 600 чоловік. Це внук ділить. Дивлюторо і так далі. У них у всіх гени прекрасні. Одним Юдобовом був талмудистом. На трьох язиках он закончил гимназию, школу и талмуд и так далее закончил. Блюрбвим генетически была и у них у всех была феноменальная память. Это уже от Даниилова, наверное, произошло. И все наши матери, родители, вот моя мать, Хамишон, кого бы ни спроси, до последнего дня у них была феноменальная память. Я вам один пример расскажу. Я был последний раз, когда перед матерью смерти, она ушла из жизни в 2009 году, я был за 4 месяца до этого, в Израиле на свадьбе племянника. И моя мать 4 аллода на память на 200 лет продиктовала мне. По памяти человеку было 89 лет. Они все были такими. Память хорошая. Авлоди Пинхас Хвохбаландовома, Авлоди Фольчио, Авлоди Гаврилова, Авлоди Данилова. Эта тетрадка у меня дома лежит. Все это все по памяти. Бог им дал такую феноменальную память. Давайте вспомним их всех добрым словом. Дай Бог, что они такая, что у них такое прекрасное поколение оставили, чтобы это поколение знало это аурот, чтобы оно продолжало это. Я в одном месте говорил это четверостище. Я говорил это четверостище восточной мудрости.